Гал, что такое? Матильда, а что ты тут валяешься? Полы, что ли, помыла бы? А вон какие грязные, и запачкался. Макс, я кошка благородная, и вся эта домашняя рутина абсолютно не для меня. Ну вот и зря я тебе хочу сказать. Так бы полы помыла и в магазин сходила, там новую кошачью одежду завезли. Что? Новую одежду? Ну да, распродажа еще там какая-то. Ну что ж ты, Макс, сразу не сказал? Мама, мне срочно нужны деньги, мне нужно прикупиться. Скоро наша с тобой годовщина, я без одежды, потом еще Новый год, потом еще 8 марта. Ну вот началось, зря я это сказал. Мам, дай мне срочно 500 рублей, нет, лучше 1000, нет, если подумать, лучше 2000 рублей, 500 же рублей может не хватить, а одежды много надо. Ох уж эти женщины, как полы помыть, так некому, а как за одеждой, так вон, побежала как. Эх, тяжело нам мужикам живется. Приглашаем вас посмотреть другие наши видео, которые вы сейчас видите на экране, а также, если ты забыл подписаться, нажимай на изображение нашей мамы и меня и подписывайся. Ваш кот Макс.